Не пойму, трава искусственная или натуральная, но очень красивая. Я вот в магазин зашла перед работой. Купила себе. Это все магазин. Это все магазин. Вон крыша. Три этажа. Раз, два. Это подвал. Первый этаж, второй. Третий там, короче. Вот. Смородина. Пахнет? Не пахнет смородина. Ну, веточки, ну, кусты смородиновые. Видишь, как красиво сделали. Вот так бы двор украсить, было бы как здорово. Такой бассейн небольшой, не глубокий, полметра. Полметра бассейн длинненький такой. Постоянно там водичка выступает свежая. Такие ступенечки мраморные. И тут же цветы посажены. Вот я купила себе на работу йогурт, сок, молоко на ужин. Вот. Ну, можно идти. Пока буду идти, буду показывать себе. Очень мне понравилось. Вот то, что было, это Пасха. Вот шоколадный заяц с яйцом. Вот цветочки. По-моему, трава свежая. Ну-ка. Да, трава абсолютно свежая. Красиво так сделано, очень красиво. Как будто прям лето. Два зайца стоят. Вот про этот бассейн я тебе говорю. Вот бы дома такой сделать. Снизу проведена труба такая, фонтаны. И вода все время льется, все время свежая. Как в ванну набирается постоянно. Вот такие цветочки. Красивые фиалочки. И здесь что-то посадили. И там такой же. Вот. Вот так это смотрится. Симпатично. Ходила обувь смотреть. Такую фирменную, португальская. Качественная. Где здесь лифт наверх? Не надо. Так, блин, цена, конечно, дорогая. Вот и обуви. Вот такие зайцы пластмассовые. Вот такое растение в кадушке. А здесь серебро продают. Всякая красивая по уцененной программе. Ну что-то у меня вот эти шарики симпатичные, всего 15 евро стоят, серебряные огромные шары, но они тонкого серебра. О, как бриллианты все блестит, как диаманты блестят, офигенно красивое все, блестючее. А здесь уже после Пасхи все по уцененным ценам. Яйца стеклянные по 25 центов. Это что, яичный ликер? Хорошие вещи. Петушки из глины. Все 50% дешевле. Можно свечи пойти посмотреть. По-моему, свечи тоже дешевле. Ну ладно, пока у меня еще мои не кончились. Вот. Здесь маникюр делают. Везде вкусно пахнет. Ну вот сейчас наверх поеду. Уже надо на работу идти. Времени мало. Было раньше выйти. Что-то я проконетелилась сегодня. Вот. А здесь что-то продают. Деревянные что-то. Поделки деревянные. Доски деревянные, разделочные. Региональная. Ручная работа. Ложки не раскрашенные.
Ну, все то, что мне совершенно не надо. Вот. Я на диете, мне жрать много не надо. Вот этот бижутерия магазин. Очень красивая бижутерия. Ну, красиво смотрится. Дешевая такая. Здесь серебро всякое. Здесь камни циркони. Всякие. Для девочек. Здесь уже подороже. Здесь еще подороже. Уже и золото тоже все уцененное. А здесь и масла всякие, эссенции, всякие деликатесы. Это выход. Выход из магазина. Вот вышла из магазина. Вышла из магазина. На площадь. Вот эта площадь. Сколько здесь? 10 метров прошла я. И вот за угол заворачиваю. Вот за угол заворачиваю. И вот коричневое здание. Вот это белое, а следующее коричневое. Это моя работа. Так что всегда есть возможность по магазинам походить, потом на работу идти. Ну все, иду на работу. Пока, целую. Ой.